Это мост через реку Болва, который ведет в город Фокино. Ему уже без малого полвека, и ремонта здесь не было никогда. Мост, как отмечают строители, хоть и крепкий, но свой срок отслужил. Для современных больших грузов весом в несколько десятков тонн нужен новый. С 20 апреля подписали договор и начали работать. За это время у нас на 8-й опоре погружены 42 сваи. Сейчас делаем ростик, подготавливаем. И одновременно сейчас погружаем сваи на 7-й опоре. Также идет подготовка к погружению шпунта для крепления стенки от действующего моста. 336 свай, 8 опор. Расстояние между пролетами 24 метра. Мост будет двухполосным, длина 170 метров. Строители будут обустраивать и подходы с обеих сторон. После завершения работ старый мост снесут. У нас две русловые опоры и глубина ростверка 4 метра. Конечно, там будет то же самое. Мы будем погружать шпунт, выкачивать воду и будем работать. Котлован глубиной 4,5 метра. Здесь строят и струенаправляющую дамбу. Подрядная организация, которая возводит этот мост в Брянской области, работает не впервые. Она участвовала в строительстве проспекта Героев. Гарантии согласно ГОСТа, СНИПа, все нормально. У нас стройконтроль постоянно. Сейчас здесь ребята подъезжают, контролируют. Едем дальше. Это уже дорога Фокино-Пупково. Здесь идет ремонт. Строительная бригада, дорожный каток уже на месте. На сегодня местами уложен щебень и установлены бордюры для тротуаров. Протяженность дороги почти 2 километра. Все эти объекты строят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Армен Марукян, Александр Жучков, Фокино и Дядьковский район.